Медведев назвал Латвию несуществующей страной и пригрозил президенту казнью. Он выпустил очередной пост, полный ненависти. Медведев продолжает угрожать странам Балтии. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что такой страны, как Латвия, не существует. Он опубликовал в своем телеграм-канале фотографию Харьковского процесса 1943 года, которую назвал альтернативным фотовариантом «Формулы мира». Так Медведев прокомментировал слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разгромлена. И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающие себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России, моменту у моря, написал бывший президент России, мирный план России, что известно. Как известно, Украина уже давно представила собственную формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. В формулу вошли радиационная, ядерная и энергетическая безопасность страны, завершение войны, выполнение устава ООН и возвращение всех украинских пленных. В России отвергают эту формулу и отказываются говорить на основании этих пунктов. Ранее Медведев опубликовал свой мирный план, согласно которому нужно признать, что территория Украины принадлежит РФ. Он мечтает о капитуляции и демилитаризации страны, а также о выплатах компенсаций россиянам.